Всем привет! Сегодня я к вам, ну до боли, с простым салатом, яичный салат с луком. Мальчики, вам точно понравится, поэтому обязательно попробуйте его сделать. И весь секрет у меня здесь вкуснотени вот этой вот этого салата, именно как я делаю лук. Посмотрите, попробуйте, и пусть вам будет вкусно. Салат делается за 10 минут, буквально горстка сыра тертого приготовьте нужна будет. И все здесь дело не в шляпе, а в луке. Вот как я буду делать лук. И на 6 яиц, ну и майонез, конечно. Начинаю все с лука, режу лук кубиками. И вот тот секрет, вот буквально если сочный лимон, вот такой вот кусочек нужно выдавить на лук, чтобы лук нужно нам промариновать. Тогда он получается вот немножко другого вкуса, и он получается более нежный, не такой крепкий, не такой злой. И как видите, я беру красный лук. Если у вас нет красного лука, то возьмите белый репчатый лук. Солю вот хорошей одной такой щепоткой соли. Вот так вот его проминаю. Складываю в салатник. И вот пока занимаемся яйцами, то лук должен немножко промариноваться. Яйца нарезаю тоже кубиками. Чем мельче, тем лучше. Но лучше именно нарезать, не натирать на терке. И если вы пользуетесь, допустим, тем же ручным блендером, то не измельчайте яйца в кашу. Все-таки кусочки здесь, в этом салате, должны чувствоваться, как и репчатый лук. Высыпаю сюда сыр тертый. У меня обычно полутвердый желтый сыр. Соль и перец здесь, конечно, по вкусу. Но вот я сперчу сразу, а солить буду после майонеза, чтобы уже точно знать, нужно или не нужно, сколько солить. Помните, я лук перед этим посолила. На этот салат у меня уходит 3 столовых ложки майонеза. Но майонез тоже смотрите сами. Салат не должен быть сухим, поэтому пробуйте. Вот майонез, соль, перец, это уже по вкусу, но нужно хорошо его перемешать. Ну а теперь придадим ему форму. Я вот беру чашечку той формы, которую хочу, чтобы у меня был салат. В этот раз складываю сюда, ну, кладу пищевую пленку, чтобы просто было легче убирать чашечку. Если у вас есть кольцо для формирования там кондитерских изделий или салатов, то тоже хорошо. А у меня вот я всегда беру разные такие вот чашечки. Утрамбовываю сюда салат. Накрываю тарелкой. Переворачиваю. Убираю форму. Плотненько так села. Пищевую пленку. И последний штрих. Это вот посыпаю зеленым лучком для красоты и немножко тоже добавляет такую свежесть во вкусе. Все очень просто, а как вкусно. Пожалуйста, делайте такой салатик, делитесь этим рецептом с друзьями, подписывайтесь на мой канал, не забывайте поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. За лайки вам, конечно, всегда спасибо.